Перед началом работы предприятия по производству асфальта следует изучить рынок, конкурентов и перспективы роста. Заказчиками будут муниципальные учреждения, отвечающие за государственные дороги, частные предприниматели, желающие обустроить территорию, проложить дорогу или заложить парковку. Далее необходимо зарегистрировать предпринимательство, определиться с местом производства. Для стационарного завода необходима площадь под размещение оборудования, подъездные пути и коммуникации. Начать можно с небольшого предприятия, по мере развития расширяя производство. Стационарный завод должен сотрудничать со множеством компаний, занимающихся дорожно-строительными работами. Современным подходом является мобильный завод, на котором уменьшаются намного транспортные издержки, дешевле обходятся простой. Стационарный завод часто размещается в пределах большого населенного пункта. Технология производства предполагает применение гравия, песка и щебня, а вяжущим веществом выступает битум. Асфальт производят перемешиванием компонентов при высоких температурах. Состав оборудования варьируется в зависимости от технологии и включает систему очистки, блоки нагрева и смешения, хранение и дозирование битума, специальные установки для модификации характеристик смесей, а также общую систему управления. Более дешевым будет приобретение китайского оборудования. Стоимость мобильного завода начинается с 25 тысяч долларов, небольшого стационарного достигает 150 тысяч. Для работы предприятия необходимо привлечь множество специалистов, если кроме производства планируется укладка асфальта. На заводе нужно организовать несколько отделов для управления процессами на предприятии. В зависимости от масштабов потребуется штат в десятки человек. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.